Где прилет был? Где раненый? В каком подвале? Подождите. Хотите тут еще так сказать? Да я глаза мне. У нее что-то сгла. Она говорит, левый вообще у нее что-то куда-то упало. Правым она что-то вроде видит. Тихо. Прямо голову держите. Что с рукой? Он после инсульта, левая сторона, у него рука и нога. Здесь, а я на правую упал. Вот посмотрите, это, подними, что? Гляньте, глаза опухают, отекают. Ударился головой, когда падал. Да. Опа! Диман, еще чуть-чуть. Еще. Опа! Есть. Сейчас вы себя чувствуете? Давай. Все в порядке? Да. Голова не болит, не тошнит? Нет. Оставляем раненого. Черепно-мозговая травма, осколочное ранение головы, подозрение на перелом правой руки. Да ну может и ушиб, но оно ж у вас, видите, отеки пошли такие сильные. Вы левый глаз вообще не можете открыть, да? Я понял, все, не стараемся, не надо, все в порядке. Да, это из Нью-Йорка. Осколочные головы, сам он после инсульта. Да, в сознании. И гематомы глаз, там что-то у него сильные. Смотрите, стекла торчат. Да, аккуратно. Стекла.